Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители этого канала. Вот я сейчас с утречка проснулся, вот, и решил вам рассказать о вот сложившейся ситуации. Я думал это видео записать, может, и вчера еще, но я был на сходке и не хотел, уже уставший, пришедший домой с нее поздно, делать какое-то видео. Решил с утра это сделаю. На сходке мне тоже уже говорили, что там вот такая вот новость произошла, что в России в Госдуме там продвигают листовочки о вреде электронных сигарет. Буч, тот же Кирилл, выложил все эти фотографии, попросил поделиться этим репостом, все остальное. Я видел перед уходом на сходку вот эти вот фотки, но бегло просмотрел, ушел, думаю, приду и посмотрю их уже потом более подробно. Потом мне на сходке говорят, что был еще стрим на Твиче на эту тему, там, где Буча бомбила просто по-черному. Я решил, думаю, ну запущу уж, посмотрю, интересно. Да, независимо от каких-то неприязней, может быть, лично ко мне, я все равно смотрю, все равно нужно где-то оставаться в курсе каких-то новостей. Вот. И вот эта новость стала мне интересной. Кирилл просил там поделиться этой новостью. И я действительно считаю, что мы должны, вот само сообщество вейпинга, независимо, опять же, от отношения к друг другу, в подобной ситуации мы где-то должны объединяться. Я думаю, ну что, мне трудно сделать репост? Конечно же, я его сделаю, там, может быть, уже начал задумываться о видео, может, какое-то запилить, ну, когда изучу побольше материала. Вот. И что я вижу? Сейчас я, вот вы видите картинку, я сижу с своей основной странички. То есть не с рабочей, которая идет на бла-бла-вейпинг, а со своей. И как бы я вижу все эти новости вот здесь, вот у него на канале. Вот есть, где-то тут была темка, вот она. Вот ей он просил поделиться, думаю, мне не проблема. Естественно, захожу на свой рабочий аккаунт, и что я вижу? Кирилл ограничил доступ к своей странице. То есть это целенаправленное внесение в черный список ВКонтакте. То есть мой ник взяли и вставили. Я не знаю, чем я насолил Кириллу, против него я ни разу вроде как-то не высказывался, вот, что он чем-то там мне не нравится. Да, мне не нравится, допустим, Алекс по определенным причинам личным. Вот, я там не нравлюсь ему. Но это сейчас вот тема, которую огласил Кирилл. В ней не должно быть понятия, ты там нравишься, не нравишься. Мы занимаемся реально одним делом. То есть мы двигаем вейпинг, мы людей снимаем с сигарет, пересаживаю людей на пар. И тут я вижу вот такую вот фигню. Думаю, ну и вот я не забанен даже на вейп-альянсе, хотя я не знаю, может, я и забанен, вот если вы видите, я могу вроде бы писать, но особо писать и не хочу. На Алекса группу я не подписан, поэтому меня забанить там, ну, как бы невозможно. Вот, на странице Алекса, я на нее тоже когда-то еще давно был подписан, ну ладно, фиг с ним, но даже тут не забанен. Что лично я сделал Кириллу, я так понять и не могу. Мы поссорились немного как с Алексом, ну как поссорились. Он меня забанил, мы там все посмеялись, там люди погнали, пописали от моего имени, ну все смешно вроде было. Но все равно у него негативное отношение ко мне, у меня негативное отношение к нему. Вот, но сама ситуация, которую призывает Кирилл и кричит во все горло, что, мол, объединяйтесь, давайте, сделайте. Вот как мне объединиться и сделать репост? Да, я могу через кого-то, через другую страницу, кто сделал репост, сделать этот репост. Но, блин, я хотел от первоисточника, потому что там, во-первых, появляются свежие новости по этой теме, и человек действительно сможет подписаться там на Кирилла и смотреть новые какие-то статьи. Но теперь вот я делать этого, допустим, не имею никакого желания, особенно после того, как Кирилл кричал о том, что вот вы все должны объединиться, какие вы все плохие и так далее и тому подобное. С Кириллом ВКонтакте, вот вы можете подумать, я там с ним общался, и он меня забанил. С Кириллом я когда-то очень давно общался через Facebook, это еще на заре моего начала YouTube-деятельности. Даже участвовал в конкурсе одном, даже там победил, там небольшой приз, в общем, не уехал, ну, неважно. То есть ВКонтакте я с ним не общался. Походу, мы, как по мне, с подачи Алекса почему-то где-то Кирилл вспылил, Алекс, может, там в личной беседе ему что-то там рассказывал, как все вышло, в общем, они там посмеялись, и Кирилл такой на эмоциях, ах, это вот бла-бла вейпинг, а давай его тоже я забаню у себя вот на страничке. Ну и вот такая ситуация вышла.
А потом идут возмущения. А почему никто не делится этой записью? Что происходит? Почему? Да я вот не знаю, сколько у Кирилла в черном списке сидит людей. И также я, допустим, не могу теперь понять его возмущений. Почему эту новость никто не репостит? Ну что ж, дорогие подписчики, это видео выходит на канале BlaBlaLife в разделе... Пока что назовем его «Побомбит». Так что уже делайте выводы сами. Всем удачного, до свидания.